Очередной выпуск программы «Классный час» – это 100% позитива. Его создаст общение с интересными творческими людьми. Педагог любит дело, он предан ему, ему верит ученик. Не ставлю пупитр, как баста на лайвах, если забыл текст, не подам виду, дам фристайл, а ракамакафор. Осталась я в музыкальной школе и продолжила занятия на виолончели только потому, что я влюбилась в своего учителя. В центре внимания корреспондентов – выпускной вечер в Речице. А его главные герои – наши коллеги – Настя Нурматова и Рома Святцев. «Читай Гомель» – репортаж Арины Синенок с креативных площадок фестиваля книги. О том, как прошел Всемирный день ориентирования в Гомеле, расскажет Дима Мартинков. Обо всем этом и не только в программе «Классный час». В воскресенье в 12:30 на Беларусь 4.